23 мая 1832 года у торговой пристани Санкт-Петербурга ошвартовался большой четырехмачтовый корабль. Место стоянки тут же было оцеплено жандармами, которым поставили задачу не допускать к судну зевак и обеспечить полную сохранность тайны груза, доставленного морем. Впрочем, даже жандармы не знали, что привез корабль. Было только известно, что судно греческое, называлось оно «Добрая надежда», и прибыло из Александрии. Матросы борт не покидали и сами обеспечивали такелажные работы. Судовыми лебедками они спустили на пристань два огромных деревянных ящика. По натяжению страповочных тросов было видно, что груз неимоверно тяжелый. Когда ящики оказались на берегу, люди из оцепления, те, которые ближе всего находились к грузу, обратили внимание на учащенное сердцебиение и помутнение рассудка. От ящиков исходила какая-то неведомая никому энергия. Даже сдержанные жандармы начали креститься. В ответ на что с борта ошвартованного корабля кто-то крикнул: «Привет русскому царю от фараона с того света!» Их в Петербурге 15. Хотя коренные горожане утверждают, что гораздо больше. Вокруг них бытует множество легенд, в том числе связанных с проклятиями фараонов Египта. Долгое нахождение в непосредственной близости от этих объектов может привести к душевному расстройству и нарушению психики. Легендарные сфинксы – молчаливые неприступные стражи древнеегипетских гробниц и храмов. Согласно древнему заклятию, любой смертный человек, который потревожит покой каменного чудовища, умрет в страданиях. Но особенно опасно, если сфинкс оторван от родной земли и находится в руках чужеземцев. Египтяне, естественно, вот каждая их святыня, какое-то изображение, статуэтка, они обязательно наделяли какими-то волшебными свойствами. То же самое было и со сфинксом. Люди сходили с ума, люди теряли веру, брат шел на брата, родители и дети ссорились, причем это заканчивалось резней, убийством и беспамятством. Предсказание это не раз сбывалось. При этом были не только частные случаи. Например, 8 февраля 1899 года. В этот день студенты Санкт-Петербургского университета решили выступить против произвола преподавательского состава. Маршрут вполне мирной демонстрации проходил вблизи пристани у Академии художеств. Когда демонстранты поравнялись со сфинксами, стоящими у этой академии, у людей произошло помутнение рассудка. Они словно взбесились. То же самое произошло и с полицейскими, которые сопровождали протестующих студентов. Началась схватка. Она закончилась жестоким разгоном демонстрантов. По мнению большинства эзотериков, сфинксы, почему-то именно сфинксы среди других существ и из пантеона Древнего Египта и других стран, именно они несут определенный какой-то очень стойкий заряд энергетики. Это что-то эзотерическое, именно вот такое, что взятое у древнейших цивилизаций, запрятано в недра тела сфинкса и выходит оттуда и, конечно, пагубно влияет, потому что люди часто не готовы к таким вот приемам такого количества чужеродной энергии. Когда и зачем эти чужеземные каменные чудовища появились в Санкт-Петербурге? Кому было необходимо их присутствие в столице Российской империи? Первые четыре сфинкса появились в северной столице в 1790 году. Петербуржцы неожиданно увидели их в первых числах марта на Полюстровской набережной. В конце 18 века этот берег Невы стал раздаваться царским вельможам и чиновникам под дачные участки. Среди тех, кто принялся обустраивать здесь дачу, оказался сенатор и генерал-лейтенант Егор Кушелев. Как оказалось, именно по его приказу возле искусственного грота на речной пристани были установлены каменные чудовища. Соседи недоумевали. Зачем?
Кто-то начинал догадываться, что это некие секретные знаки, посылаемые владельцем дачи своим единомышленникам. И догадки эти не были лишены здравого смысла. Кушелев был масоном, а сфинкс – это один из знаков тайного общества. Масоны в нем видели символ постижения истины, олицетворение зла, тайны молчания, бесстрашие, знания и воли. Не только в Санкт-Петербурге, но и во многих европейских странах знатные масоны, которые могли себе позволить украшать свои дома, иногда бывали, так сказать, барельефы на домах, а иногда скульптурные изображения у входа именно сфинксы. Ну, во-первых, действительно, это красиво, если хорошо исполненная скульптура. Ну, а во-вторых, конечно же, показать, что, во-первых, здесь живет масон, и его тайны, его загадки, и этого дома, и самого хозяина оберегает сфинкс. Далее с этими каменными чудовищами на Полюстровской набережной начали происходить странные вещи. Сенатор Егор Кушелев обязательно водил приглашенных на дачу друзей и знакомых к искусственному гроту на пристани. Как раз к тому месту, где стояли сфинксы, и пристально наблюдал за реакцией гостей. Те, в свою очередь, отмечали, что, находясь рядом с изваяниями мифических чудищ, у людей начинались видения. Кто-то проявлял агрессию, а некоторые точно видели, что каменные глаза сфинксов двигались, следя за гостями Кушелева, а веки то опускались, то поднимались. Многие понимали, что подобное невозможно, но утверждали, что это было на самом деле. После такой необычной прогулки хозяин дачи вел людей в дом, где, как утверждают некоторые очевидцы, начинался тайный обряд посвящения в масоны. Во всех европейских ложах масонских, когда принимали нового человека в ложу, там был очень сложный обряд. И, естественно, обряд, который воздействовал на психику человека. Есть свидетельство, что некоторые теряли сознание, некоторые не помнили, что с ними происходило, хотя все четко, они выполняли весь ритуал необходимый. Спустя какое-то время четыре сфинкса на Полюстровской набережной неожиданно пропали. Даже неизвестна точная дата их исчезновения. В городских летописях есть лишь некое упоминание, что это могло быть в первой четверти XIX века, и что, скорее всего, каменные символы масонского ордена были украдены. Но кем и зачем? Здесь есть один любопытный момент. В августе 1822 года император Александр I подписал рескрипт о запрете всех тайных обществ и масонских лож в России. Для многих этот указ стал неожиданностью, поскольку сам император был посвящен в масонство, как и многие петербургские вельможи той эпохи. Что же тогда подвигло Александра на такой шаг? Есть много версий, но самой достоверной считается та, где поводом для рескрипта послужила информация о подготовке группой дворян государственного переворота. Как известно, в 1825 году произошло восстание декабристов, а почти все они были членами тайных масонских братств. После императорского рескрипта о запрете масонских лож в России стали происходить более чем странные события. Прежде всего, сами масоны вовсе не прекратили своей деятельности. Они просто еще сильнее засекретили свои организации и окончательно ушли в подполье. Видимо, ими и были похищены и надежно спрятаны те самые сфинксы, чтобы уберечь от уничтожения тайные символы масонского братства. Справедливости ради надо заметить, что четыре каменных чудовища, внезапно исчезнувших с Полюстровской набережной в середине XIX века, все-таки позже вернулись на свое место. Правда, не оригиналы, а копии, воссозданные скульптором Ириной Бенуа уже в советское время, а точнее в 1959 году. Но вернемся почти на два столетия назад.
В 1834 году неожиданно для всех на университетской набережной перед парадным фасадом Академии художеств появляются два огромных сфинкса. Эстаблишмент северной столицы был повергнут в шок. Тем более, что городской публике было хорошо известно о том, что работы по благоустройству пристани у Академии велись давно. И согласно архитектурным планам, верх парадной лестницы должны украшать два бронзовых коня, созданных петербургским скульптором Петром Клоттом. И вдруг их заменяют на сфинксы. Вельможи еще не забыли знаменитый императорский рескрипт о запрете тайных обществ и масонских лож. Запрет этот распространялся и на символику подобных организаций. Тогда ни для кого из приближенных к царскому двору не было секретом, что сфинкс – самый настоящий масонский символ. И этот символ неожиданно и вполне официально появляется в самом центре северной столицы России. Многие углядели в этом некий знак того, что масонство возвращается и становится во главу угла дворцовой политики. Мы должны понимать, что в то время быть членом масонской ложи, то есть быть масоном, это то же самое, что при большевиках быть членом КПСС. Тот, кто не был масоном во времена Александра, Наполеона и вообще в эти времена, тот, в принципе, не был принят в приличном обществе. Поэтому масонами были все. Тотально. Как только каменные чудища были установлены на пристани университетской набережной, по городу поползли слухи, что сфинксы настоящие, то есть из самого Египта. Все остальные изваяния мифических чудовищ в Петербурге создавались местными мастерами. Но откуда в городе появились древнеегипетские артефакты? Как утверждают документы, с того самого греческого корабля «Добрая надежда», который двумя годами ранее пришел из Александрии. В двух огромных деревянных ящиках, что перегрузили с борта судна на берег, и находились эти самые сфинксы. Кстати, матросы с парусника рассказывали в порту, что они из-за этих таинственных ящиков чуть было не погибли по пути в Петербург. Правда, когда они туда ехали, они несколько повредили корабль, на котором они плыли, и пробили его палубу, и он чуть не потонул. На самом деле сфинксы, они считаются одними из самых загадочных древних существ, какие только существовали на Земле. И по древности они не уступают египетским пирамидам, а может быть даже древнее. Чуть позже выяснилось, эти каменные изваяния были найдены в конце 20-х годов 19-го столетия при раскопках близ Фиф, древней столицы Египта. Артефакты вытащил на свет из-под земли и песка охотник за древностями грек по имени Атаназия. Сначала сфинксов хотела приобрести Франция, но сделке помешала знаменитая июльская революция 1830 года. И тогда древнеегипетские раритеты перекупил русский путешественник и дипломат Александр Муравьев по согласованию с императором Николаем I. Причем обошлись сфинксы казне почти в 8 раз дешевле, чем бронзовые кони Клотта. Но отнюдь не целью сэкономить на оформлении пристани на университетской набережной руководствовались император Николай I и его близкие соратники. Тогда чем? История эта более чем загадочная, но не безнадежная. Сфинксом, стоящим напротив Академии художеств, около 3500 лет. Целых 14 столетий до нашей эры они охраняли гробницу фараона Аменхотепа III. Это были, по утверждениям историков, самые бурные и судьбоносные времена так называемой новой династии. Сын Аменхотепа III разрушил все храмы древнеегипетских богов и установил господство единого культа Всевышнего Атона и впервые в истории человечества попытался ввести единобожие. Начал он религиозную реформу под влиянием своей супруги, легендарной Нефертити. Однако чуть позже фараон обзавелся еще одной женой. Новой царицей стала давняя соперница Нефертити, местная красавица по имени Кия, которая родила Аменхотепу сына. И сын этот оказался никто иной, как сам Моисей.
Позже Моисей сменил своего отца на троне, но правил Египтом он только один год. Инсценировав свою смерть, будущий пророк ушел в низовье Нила к евреям и затем в пустыню к своему тестю, жрецу Иофору. Далее все известно из книг Ветхого Завета. Сфинксы, которые стоят на университетской набережной, два смотрящих друг на друга существа, они видели многое. Они видели величайшие события древнейшей истории, равных которым нет просто практически по уровню и значимости нигде в мире. Это время исхода евреев из Египта, конец 13 века, и реформы Эхнатона, знаменитая реформа, перевернувшая на несколько десятков лет Египет. Что же получается? А получается, во-первых, что гранитные сфинксы, стоящие напротив Академии художеств, были ровесниками самого Моисея. Во-вторых, перед их глазами прошли церемония возведения на трон и погребения семи фараонов. Наконец, петербургские каменные чудовища были свидетелями знаменитых событий, описанных в Ветхом Завете. Интересно и то, что 23 марта 1834 года, то есть за месяц до завершения работ по установке египетских сфинксов на набережной Невы, архимандрит Макарий, знаменитый миссионер и переводчик Ветхого Завета, обратился в Святейший Синод с большим развернутым посланием о необходимости полного перевода и издания Ветхого Завета на русском языке. Конечно, это просто совпадение, что он обратился в Синод именно в то время, когда сфинксы вот-вот должны были предстать перед столицей на набережной Невы. Но совпадение знаменательное и в ритмах истории совсем не случайное. В ходе всех этих событий версия о том, что новые сфинксы сигнализировали о возвращении масонской идеи в палаты царствующего дома, была развенчана. Однако тут же появилась другая загадка. Никто не хотел даже предположить, что древнеегипетские изваяния появились в Санкт-Петербурге случайно. Причем именно те самые каменные стражи гробницы Аменхотепа III, ровесники библейского царя Моисея. Так какой же был смысл в их установке на набережной Невы в 1834 году? С одной стороны, это было красиво для того, чтобы показать величие империи. Так поступала Англия, Великобритания, так поступала Франция. Ну, это как бы преемственность империи, это всегда, во все времена использовали этот прием. То есть что-то брали от более древних империй и в надежде, что это послужит на укрепление и благо нынешней современной империи. Попробуем сопоставить некоторые исторические факты. В том же году, а точнее 30 августа, была закончена и освящена Александровская колонна на Дворцовой площади. Немногим ранее, 12 мая, указом Николая I, был учрежден первый официальный гимн империи «Боже, царя храни», называвшийся тогда «Молитва русского народа». Россия и Санкт-Петербург в тот год обрели все атрибуты империи, обрели гимн. Александровскую колонну можно сравнить по ее каменной сути и высоте с древнеегипетской пирамидой средних размеров. Интересно, что и сфинксы, и обтесанная скала для колонны были привезены в город в одном и том же 1832 году, и работы с ними были закончены в одном и том же 1834 году. Архитектор проекта Агюст Монферран сам выбирал под Выборгом скалу красного гранита для будущей колонны. Почти 26-метровый монумент удерживается на гранитном пьедестале лишь собственным весом, равным 600,5 тоннам. Пик сооружения увенчан фигурой ангела с крестом, почему-то католическим. Лицо ангела удивительно похоже на лицо Александра I. Между прочим, Александра современники называли сфинксом, неразгаданным до гроба. Сфинкс загадывал загадки, как вы помните. Тот, кто не разгадывал загадки, он того съедал. Это символ загадки. Символ загадки, которая сама в себе, которую невозможно разгадать. Поэтому Александра называли, мы все время забываем, я говорю, что цивилизация была мистическая, символическая.
Александра называли сфинксом не потому, что он был неким таким продолжателем Египта, а потому что он был великой загадкой империи. Вообще сама история строительства Северной столицы чем-то родственна истории строительства первого чуда света – египетских пирамид. Известный петербургский краевед Николай Анциферов в своей знаменитой книге «Душа Петербурга», которая вышла в свет в начале 20 века, писал: «Поистине северная столица – город на костях человеческих. Туманы и болота, из которых возник Петербург, свидетельствуют о той египетской работе, которую нужно было произвести, чтобы создать здесь этот земной рай». Видимо, всему этому необходимо было придать особый сакральный смысл. Сфинксы Древнего Египта должны были установить преемственность Российской империи со славой самой древней империи мира. Наверное, именно такая мысль руководила императором и теми, кто раздобыл, привез и установил в Петербурге легендарных каменных истуканов. Санкт-Петербург находится на 32-м меридиане. На этом меридиане находятся практически все столицы цивилизаций. Это Луксор, Каир, Гиза, Мемфис, Византия, Афины. Это ось мира, вокруг которой вертится мир. И когда в Питере поставили сфинксов, они показали действительно свою преемственность. Там великое захоронение древней египетской цивилизации, здесь возрождение этой цивилизации вновь. Здесь вновь стоит напомнить, что согласно древнему заклятию фараонов, все смертные, кто посмеет потревожить покой каменных чудовищ, умрут в страданиях. Но особенно опасно, если сфинкс оторван от родной земли и находится в руках чужеземцев. Но вряд ли об этом заклятии знали те, кто решил поставить мистических монстров в самом центре Петербурга. Никто даже не обратил внимания на фразу греческого моряка, который случайно или нет обронил с борта судна при разгрузке таинственных ящиков в порту 23 мая 1832 года. «Привет русскому царю от фараона с того света!» И похоже, что оторванные от своей родной земли сфинксы начали мстить. Помните, что дата учреждения гимна «Боже, царя храни» совпала с датой установки этих каменных монстров? Не помогло. Николай I скоропостижно скончался в 1855 году от банальной простуды. Александра II убивают народовольцы в 1881 году. И на Александра III покушаются, но умирает он от нефрита в возрасте 49 лет. Последнего русского царя, Николая II, тоже ждала трагическая участь. Не помогли сфинксы и от катастрофических наводнений в Петербурге. А в эти чудеса тоже верили. Но зато они всем проходящим мимо внушают неведомый трепет и смятение. А их тонкие улыбки и прикрытые таинственной поволокой глаза как бы говорят: «Много тайн мы знаем, но никому не ведомо их раскрыть».